Если вы устали искать в интернете новогодние конкурсы, но не хотите сидеть за столом, смотреть телевизор и объедаться, то квест для взрослых на Новый год для вас это лучший выбор. На такой случай мы придумали наш морозоворот. Морозоворот – это круговорот Дедов Морозов разных стран. Это 10 разных тематических заданий на карточках, которые вам нужно будет распечатать, разложить по подробной инструкции по дому, а в финале необычно преподнести подарок. То есть, чтобы получить свои подарки, взрослым нужно будет их сначала найти. 10 ярких красочных карточек с Дедами Морозами занимают 9 страниц А4. Хорошо смотрятся в черно-белой и цветной печати. Вы легко и быстро подготовите по ним квест дома или в офисе. Мы назвали этот квест взрослым и рекомендуем его проходить более взрослой компанией от 16 лет. Но по отзывам мы узнали, что его проходят всей семьей. Нам самим задание этого квеста очень нравится. Здесь не только шифры и головоломки, но и, например, перевернутые песни, задание для пантомимы, задание с китайскими палочками и конфетками, а еще есть даже и физическое. А помимо этого, квест сам по себе очень интересный и познавательный, чего стоят только одни имена Дедов Морозов других стран – Товлис, Бабуа, Хзыр, Ильяс или Лакшми. Для этого квеста вам понадобится небольшой реквизит, но он очень простой. Китайские палочки или карандаши вместо них, любые конфетки, несколько бутылок, тоже с любой жидкостью, и телефон для считывания QR-кода. Если вы хотите устроить классное развлечение в кругу друзей, коллег или семьи, то квест для взрослых «Морозоворот» вам в этом поможет.